31 марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Приветствуя гостей, президент Ильхам Алиев сказал: «Рад вас видеть, благодарю за то, что приехали в Азербайджан. Это хорошая возможность для обсуждения важных вопросов, стоящих в нашей повестке дня. Конечно, мы будем говорить с вами как с председателем ОБСЕ о постконфликтной ситуации в регионе. В то же время двусторонняя повестка дня между Польшей и Азербайджаном тоже очень широка. Как вам известно, недавно у нас состоялся телефонный разговор с президентом Анджеем Дудой. У меня очень хорошие воспоминания, связанные со встречами с президентом в Варшаве, Баку, Давосе. Как вам известно, мы находимся в постоянном контакте друг с другом, и отношения между нашими странами хорошо демонстрируют наше сильное партнерство. Мы также признательны Польше за постоянную поддержку нас в вопросах сотрудничества с Европейским Союзом. Этот процесс сейчас идет быстрыми темпами, и Европейский Союз уже объявил, что при организаторстве президента Шарля Мишеля состоится моя новая встреча с премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной, потому что состоялось уже несколько встреч, и мы должны двигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, как можно скорее подписать мирное соглашение. Азербайджан в соответствии с нашим взглядом представил основные принципы этого соглашения. Конфликт уже урегулирован. Азербайджан сам сделал это, а сейчас настало время урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы получаем определенные месседжи от официальных лиц Армении. Как мне сообщили недавно, один из этих месседжей заключается в том, что они считают наше предложение приемлемым. Это очень хорошая новость, и я надеюсь, что на брюссельской встрече в данный вопрос будет внесено больше ясности. Предложенные нами 5 принципов отражают нормы международного права, хорошее международное поведение. Как говорится, здесь мы не изобретаем велосипед. Все эти принципы являются основополагающими принципами межгосударственных отношений между любыми странами. Взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, далее делимитация границ, считаю, что на основе этого на Кавказ придет мир. Мы хотим этого. Мы видим потенциал для активного сотрудничества на Южном Кавказе между 3 южнокавказскими странами, и считаю, что это будет важным не только для данных стран, но и для более широкого региона. Конечно, все эти вопросы надо решать очень осторожно и вовремя. Очень рад, что у нас есть возможность обсудить с вами этот и другие важные вопросы. Президент Ильхам Алиев отметил, что в период 30-летней оккупации армяне совершили зверства на наших землях, разрушили исторические, религиозные, культурные памятники и другие строения. Он сказал, что самой большой проблемой, с которой наша страна в настоящее время столкнулась на освобожденных от оккупации территориях, являются размещенные армянами мины. Глава государства довел до внимания Збигнева Рау как действующего председателя ОБСЕ, что со времени Первой армяно-азербайджанской войны 4000 наших соотечественников пропали без вести.